Строительство бассейна в 18-м микрорайоне продолжится, как только будет найден подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ. В соответствии с законодательством сделать это можно только путем проведения электронного аукциона. Мы, естественно, формируем документацию, формируем требования к участникам размещения заказа, но в процедуре, самой процедуре проведения аукциона мы не участвуем. Если участник удовлетворяет всем требованиям, сама процедура заключения контракта, она тоже производится на электронной площадке и подписывается электронной цифровой подписью. То есть вот такая вот система, которая, в принципе, исключает какое-то влияние заказчика на выбор подрядчика с тем, чтобы обеспечить максимальную конкуренцию. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ объявляли уже дважды. В первый раз электронные торги не состоялись, так как поданные участниками заявки не соответствовали требованиям. Во второй раз аукцион был проведен, однако его победитель не смог предоставить документы, подтверждающие опыт работы на подобных объектах. Поэтому в соответствии с законодательством и этот подрядчик был отклонен. Мы вынуждены были в третий раз объявить этот аукцион, хотя, конечно, для нас любая затяжка, она неприятно, время уходит. Мы планировали уже в этом году заключить муниципальный контракт и осваивать деньги на нем, вот, закрывать контур, но закон есть закон. Я все-таки надеюсь, что это последний будет аукцион, и мы все-таки по результатам его, у нас определится все-таки подрядчик. Вот, потому что мы уже выходим при соблюдении всей процедуры где-то на там, буквально последние числа декабря на заключение муниципального контракта. Окончание строительства бассейна запланировано на 2016 год.